Сегодня будем собирать механизм 2602. Вот этот производство второго московского часового завода. Но он полностью идентичен и зимовским, и востоковским механизмом. Поэтому здесь отличие только в накладных камнях, кое-каких деталях, но это не так принципиально. Для сборки сегодня вам понадобятся такие инструменты. Там есть две лупы. Одна для работы, вторая для того, чтобы рассматривать детали. Такая вот штука для того, чтобы держать баланс. Два пинцета. Один сборочный тонкий, другой волосковый. Волосковый пинцет с особой заточкой для того, чтобы можно было не повредить волосок, поправив его. Вот такую штуку я сделал для того, чтобы выставлять выкачку на балансе. Также у нас три часовых масла. Мебиус швейцарский 8000, 8030 и 8200. Три масла. Сердцевина бузины для того, чтобы промакивать масло дозировки. Собственно, сами бержоновские масло дозировки, которые нужны для того, чтобы точно дозировано поместить масло на камень. Вот такой вот намотчик для пружин. Собственно говоря, держатель для механизмов, груша и родика. Вроде, ну естественно, конечно, набор отверток. Разных отверток. У меня они производства ЗИМ и Восток. Ну что ж, начнем. Вот таким образом я помещаю пружину в моталку и сматываю. До пружины не дотрагиваются ни руки, ничего, кроме инструмента. Соответственно, на ней не будет ни кусков кожи, ни жира, и, соответственно, она не будет от этого ржаветь. Пружина, которая моталась вручную, как правило, после открытия через год, страшно смотреть. Вот таким образом она смотрена. Соответственно, для сборки нам потребуется вал, сам барабан и крышка барабана. Здесь есть вот такой вот прорезь, паз под замок. Именно туда должен попасть замок на пружине. Таким вот легким движением руки перемещаем пружину внутрь заводного барабана. Заняло это гораздо меньше времени, чем если бы я наматывал все это вручную. Далее помещаю туда вал. Ну и, соответственно, закрываю крышки. До того необходимо, конечно, нанести смазку на витки пружины, для того, чтобы она распределилась. Вот вал уже вставлен. И мебиусом 8030 я наношу буквально по капельке этой смазки. Достаточно пару капель. Ну, немножко дам на вал. Теперь можно закрывать барабан, чтобы вот этот вырез под замочек попал на замочек пружины. Я закрываю барабан вот так пинцетом. Хотя правильнее, конечно, купить специальное устройство для закрывания барабанов. Это будет классически. Теперь для того, чтобы смазать между валом и корпусом барабана, я даю масло вот здесь. Барабан собран.
Следующим этапом помещаю в держатель механизма саму платину для того, чтобы установить накладной камень. Накладных камней у нас здесь целых три. В этом конкретном механизме. В обычном стандартном их два. Здесь еще есть для анкерного колеса вот такой вот камень. Бликует плоская сторона камня, на которой мы маслодозировкой дадим масло Мёбиус 8000. Капелька масла должна занимать примерно 60% от камня, что, в общем-то, у меня и произошло. Помещаю накладной камень на место и фиксирую его винтом. Накладка уже у нас стоит, поэтому можно платину перевернуть для сборки обратно и займемся сборкой баланса. Баланс здесь состоит, собственно говоря, из моста, накладного камня баланса. Для того, чтобы нанести масло, нужно его перевернуть, опять же, плоской стороной, а потом обликует. Соответственно, нам необходим градусник этого самого баланса. Здесь нам нужно проверить штифты, насколько они параллельны и не, скажем так, деформированы. И два винта, которыми крепится накладной камень. Они самые маленькие здесь, поэтому их найти, в общем-то, легко, но и легко потерять. Дело такое. Вот эти детальки нам нужны для сбора. Сейчас я установлю градусник на его место. Дам каплю масла на накладной камень. Точно центр 60%. Теперь ставлю баланс. Мост баланс. И фиксирую все это винтами.
Вот так получилось. Следующим шагом будет установка колеса баланса на его мост. Для этого мы вместим колонку волоска в соответствующее отверстие на мосту баланса. И уже после этого можно будет закрепить ее винтом. Винтом колонки. Колонка закреплена. Соответственно, вот баланс у нас уже в сборе, весь узел. Теперь необходимо провести проверку. Без этой проверки собирать дальше механизм бессмысленно, потому что потом на собранном механизме увидеть какие-то проблемы практически нереально. Я устанавливаю мост с балансом и закрепляю его. Значит, вот я установил узел баланса и закрепил его винтом. Поправил волосок, чтобы он встал между штифтами и немножечко в месте, где крепится волосок колонки и, соответственно, колонка к узлу баланса, немножечко подправил, подогнул волосок так, чтобы он находился ровно между штифтами. Для чего это сделано? Если он будет прижат к одному из штифтов, то при ослаблении завода пружины часы будут либо сильно отставать, либо сильно спешить. Поэтому он должен находиться в таком положении невесомости. Значит, что мы здесь смотрим? Ну, во-первых, мы смотрим на плоскость волоска. Она должна быть параллельна платье нити, параллельно плоскости баланса, не быть гнута и не задевать ни за мост, ни за что-то еще. Значит, дальше баланс не должен за что-то задевать, например, за мост. И, кроме всего прочего, необходимо проверить, насколько хорошо собран узел цапфы и камни. Если там осталась грязь, если есть гнутость цапф, наклеп, цапф заломана или что-то с ней не так, или камень разбит, то баланс не будет совершать не менее 100 колебаний. В таком случае продолжать собирать часы смысла никакого нет. Вот в разных положениях, в разных совершенно положениях, значит, этот баланс у меня, по крайней мере, совершает не менее 100 колебаний свободно. Ничего на него не действует. То есть, в принципе, в нашем случае собирать можно дальше, все в порядке. Ну и вот хотелось бы показать на игру волоска, что это такое. Между штифтами. Вот. Радостненько. Вот сейчас видно, как волосок прикасается то к одному штифту, то к другому. Сие есть правильно. И такое должно быть на протяжении всей регулировки градусника. То есть не в одном месте, а по всей спирали. Я тем временем продолжу собирать. Для того, чтобы наш баланс был не поврежден, я откручу винт. Сниму узел баланса и помещу его на вот этот вот держатель. Соответственно, до конца сборки он мне не потребуется, будет стоять в сторонке, живой и здоровый. Далее. С чего начинаю? Ну, во-первых, это центральное колесо. Заводной барабан. Ну, и в данном случае, кроме того, вот именно для такого варианта механизма необходимо установить сразу
Это тот фиксирующий винт, который фиксирует переводной рычаг. В некоторых конструкциях ставится с другой стороны. Там, где он крепится пружиной. Вот эти три детали установлены. Соответственно, я устанавливаю мост. Заводного барабана и фиксирую его тремя винтами. В процессе работы я не дотрагиваюсь до деталей механизма руками. Если это приходится делать, то лучше надевать напалечники. Или пользоваться, вот как я, вот такой зубочисточкой. Смазка 8030 Мебиус на центральное колесо. И сразу же на узел мост и вал барабана. Далее. Ставим заводное колесо и сразу же даем на него смазку. Здесь вот есть такой паз. Вот туда. Достаточно одной капельки. Далее устанавливается втулка. Здесь она в виде крышки. Бывает пружинка. Фиксируется двумя винтами. В некоторых механизмах там стоит один винт с обратной резьбой. На нем три прорези, чтобы как-то его обозначить. Фиксирую винты. Соответственно, в данном случае закручивается он в обратную сторону. Далее даем смазку там, где будет собачка. Ставим пружинку собачки. И саму собачку. Фиксируем винтом. Храповое колесо или колесо барабана. Также фиксируем винтом. Мост установлен. Далее собираем ангренаж. Промежуточное колесо, секундное колесо. И анкерное колесо.
Устанавливаем мост ангренажа. Вот здесь есть нюанс, который для начинающих является проблемой. Как бы сделать так, чтобы не сломать цапфы этих колес? Нужно потихонечку двигать колеса так, чтобы их цапфы попали в камни. Вот у меня это получилось. Фиксирую винтом. Одним и вторым. Здесь важно проверить зазоры, которые есть. Должен быть люфт у колес между камнями в обязательном порядке. Он должен быть очень небольшим, но он должен быть. И, соответственно, остается установить накладной камень для анкерного колеса. Для чего мы даем ту же самую каплю масла. 60% она у нас должна занять. И устанавливаем накладной камень на мост. Остается зафиксировать это винтом. И наш ангренаж собран. Осталось только дать смазку на камне секундного колеса, промежуточного колеса и центрального. Когда я дую из груши, здесь видно, как колеса приходят в движение, а потом идут обратно. Это означает, что здесь трения все минимальные, и с клинагажом все будет в порядке. Теперь установим анкерную вилку. Для чего? Предварительно поместим на камни, на палеты анкерной вилки смазку. Здесь должны быть капли масло исключительно только на плоскости палет, нигде больше. Цапфы анкерной вилки, ее камни не смазываются. Мостик устанавливаем работая пинцетом и зубочисткой. Очень аккуратненько нужно вилку потрогать, чтобы ее цапфы ставили в камни. Моста и платины. Ну и, соответственно, фиксируем мост винтом. Далее. Переворачиваем платину для того, чтобы собрать ангренаж. Сначала я устанавливаю муфту.
И заводной трип. Заводной трип необходимо его косые зубья смазать. Это смазка 8200 Мёбиус. Также я смазываю муфту там, где будет двигаться переводной рычаг. И смазываю заводной вал. Его квадрат, место, где будет фиксироваться штифт заводного рычага, переводного рычага, и устанавливаю переводной рычаг. Переводной рычаг у меня зафиксирован. Остается поставить пружинку заводного рычага. Пружинка установлена. Смазываю ось центрального колеса и устанавливаю минутный трип. Здесь можно воспользоваться палансоном. Я в данном случае использую пинцет. Смазываю оси. Места, где будут переводные колеса, вексельное колесо. И также сразу же дам масло на камни колес, но не на колесо анкерной вилки. Вексельное колесо и переводные колеса. Большое переводное колесо и малое. Колеса у меня установлены. Соответственно, чтобы все это не разлетелось по углам, я ставлю фиксатор. Предварительно, конечно, дам смазку на место, которым прикасается пружина к заводному рычагу, и, соответственно, места, на которых есть трение между деталями. Вот так она устанавливается, этот фиксатор. И двумя винтами
этот фиксатор. Закручиваем. Заводная пружина заводится, и ремонтуар работает в переводе. Это мы видим. Вот сюда тоже я даю масло. Между валом барабана и платиной. Вот мы видим, как заводится пружина. Где-то на 50%. И ставлю баланс. Узел баланса в сборе, который мы собрали раньше. Вот, собственно говоря, механизм у нас собран. Это четвертый квартал 57 года. Часы из часов старт практически полностью аналогичен зимовскому механизму, петродворцовому, востоковскому. Здесь вот различие только накладном камне. Соответственно, пользуюсь такой видеоинструкции, можно собирать и механизм других советских производств. То есть здесь все, в принципе, одно и то же. Различие только в деталях, как я уже сказал. Спасибо за просмотр. Ах да, забыл добавить, ради чего мы все это делали. Какие теперь у этого механизма 57 года выпуска характеристики после нашего обслуживания. Вот такие. Выкачка 0, ошибка. Амплитуда 297, ну и ход видно, какой он. Угол подъема анкерной вилки я установил верно, 42 градуса. Вот такой ход показывают часы, которым исполняется в этом году уже сколько лет? Уже 60 лет.